Всем привет, ребят. Ну что, можете меня поздравить, блин, полвечера маялся, но все-таки докачал я силушку. 1,5 миллиона у нас силы, ребят. Очередной рубеж. Честно скажу, это уже так, знаете, чисто как хобби зайти покачать силу. Книг не хватает. Вот осталось немножко кулаки, как видите, я тоже прошлое обновление еще слил. Ну, по сути, они мне без надобности кагашки, я в гильдию пожертвовал, тоже ордена осталось, орденов дофигища. Все остальное посливал, так как надобности, по сути, нет, вот 10 слизней, алтарь топ, ну, там оставил 2 миллиона. Кстати, надо зайти в хаб-гильдию. Пожертвовать надо не забывать. Так, я нашел Лёва. Так, отлично. По скиллу только второй, но скилл качать мы будем очень долго. Ну, в общем, вот так вот. Гильдейская локация называется. Такс, окей. Ну, ничего себе. Кто-то к нам на видос попал. Что это было? Еще старенький свален. А, ничего себе. Ну, типа, ну да, да. Машка-нубяшка. Вот так вот. Такой вот свален должен быть. Такс. Ну что, решил сегодня еще протестить одну тему. Помните, нам обещали, что на путешествии монстров нам будут улучшены шансы выпадения. Вот это мы сейчас с вами и проверим по-быстренькому. Сейчас я соберу героев. Затестим. Так, тут, наверное, Ринку возьмем, чтобы сразу включился. Такой вариант. Так, тут мы берем. Тут, я думаю, выносить сейчас мы будем на ура всех. Берем для этого баферов. Так, берем Космо сюда. Так, Командору. Командору тоже можно брать. Дашку. Так, Урника пока трогать не будем. Берем сюда Анубиса. Гимен, ну, не знаю, такое. Так, давайте что-то на Анубиса дерзкое сделаем. С бастом. Бездонатный Анубис с бастом. Так, есть. Ай, была вот ладушка, что ее. Самый оптимальный вариант, пока вылезут. Так, есть. Хрон есть. Этот есть. А, ворожей. Ну, думаю, такой нам команды хватит. Поехали. Проверим. Хард. Что-то они как-то с зданиями моими даже не справляются. +2. Поехали дальше.
сколько у меня там попыток, посмотрим. Драка касса. Три самоцвета. Вот так вот, ребятушки, я куплю 9 лямов каждый вечер по пару часов на пришествии монстров на турнире. Вот Тесса, это должно быть интересно, но это не точно. Как-то видите, на максималках можно просто себе тупо вот так вот всех подряд фармить и не париться. Вот тут, кстати, неплохо, неплохо. Так, 263 попытки. Ну, мы, понятное дело, 263 все не будем. Следующий пациент. У нас там кого-то убили, командуру, походу. Насколько локация уже не актуальна, да, для такого аккаунта? Ну как не актуально, осколки-то можно пособирать. Ну что-то пока девятками так и не пахнет. Обещали, обещали, но пока не, ничего не вижу. И Космо, конечно, круто сливается. Без подашки. Просто улетает в никуда. Пишите в комментах, кто здесь камни часто выбивал уже. Я пока что не знаю, там херову тучу этих попыток слил и, к сожалению, пока все печально. Что-то шансы какие-то печальные. Блин, я помню, раньше мы этих Дракул, это все так боялись, так сложно было пройти, там прошел просто вау, ничего себе 105. Сейчас смотришь на это все просто тупо запускаешь, чем побыстрее. Ну что, GG, где мой подарок на 1,5 ляма? Дайте камешек хоть один. Жлобы, сколько я у вас уже их купил. Я не могу одного бездонатного дать. Вот я не понимаю, вот почему нельзя сделать там попыток 20-30, хотя бы чтобы один камень упал. Там, ладно, там посложнее как-то, ну блин. А тут реально, блин, свыше 500 попыток я слил, и я до сих пор ни одного камня. Что до обновы одной, что до второй обновы. Вот самики только вижу. Только самые копятся. Вообще жесть. У меня такое чувство, что если слить даже все попытки, вот эти 250, ни одного камня мы не вытащим. Возможно, пофиксили что-то, но не знаю. Пишите в комментах, кто уже несколько раз вытащил. Ну, я пока
У себя только вижу задонины. Сколько я здесь фармил, к сожалению. Причем я фармлю лишь максимальные левела. Вот самики нормальные идут. На живу хватит на битву гильдии. А так, ну нереально, просто печаль. Гарпии, ничего себе, чуть не добили. Жесткие тетушки. Юнит там надо нанимать. Я ленивый. Нифига. О, хоть магазин сделали гильдейский. Ладно, давайте до следующих самов и заканчиваем эту фигню. Но все равно ничего только мне упадет. Смотрите, перья, ничего себе, жесткие. Интересно, кому-то тут могу проиграть. Надо еще по башку встретить будет. Ну, плюс 10500, ничего себе. Зафей нормально нам отцепали, ребят. Да, вот это, конечно. Ладно, добиваем еще этих. Короче, как обещали, они ничего не толком, опять же, не сделали. К сожалению, камней не видать. Я, может, и дофармлю, потом еще больше скажу, может. Потом, ну, как видите, все очень печально. Даже не то, что печально, плачевно. Пишите комменты по этому поводу. Всем такой же силушки. Всем удачи, всем пока.